Марина. Мы привыкли видеть артистов на сцене. Для нас они звезды, но в обычной жизни они такие же люди, как и все мы. И я, как пародист, просто обязан сегодня вам рассказать о обычной жизни наших рок-звезд. И давайте представим, что Владимир Шахрин из группы «Чайф» приехал в Сочи на отдых под ваши аплодисменты. Сегодня солнце жжет так больно, сегодня волны бьют так больно, сегодня все мне очень больно, усну я на пляже. Зачем на себе комара прихлопнул? Зачем я друга старого обнял? Зачем прыгал я на батуте? Мне так больно. Какая боль! Какая боль! Скорей в первый день на пляже, прям в ночь. Вот такая история от Владимира Шахрина. Но кто-то предпочитает экзотический отдых. И вот, например, группа «Звери» отправилась в дикие джунгли за дикие деньги. Встречайте! Совсем не лоя, здесь телефоны, повсюду мелкие аборигены, зато огромные тут бегемоты могут ногу откусить по колено. Я буду думать, что все обойдется, что в джунглях я доживу до рассвета, что кобра мимо меня промахнется. Все, что меня касается, все, что меня касается, все это так кусается, блин, кусается. Мужские посиделки до утра. Как эти посиделки приятны? Особенно с шашлычком, да на даче. Но чтобы поехать на дачу, нужно правильно выбрать время, потому что если пойдешь на дачу в мае, то будешь маяться в пробке. И в такую ситуацию попал Гарик Сукачев! А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. Стою я в пробке 3 часа, эх, скорей проезжай. И все на нервах мужички, мужички, мужички. Ведь протухают шашлычки, шашлычки, а шашлычки. Вот мы доехали, ура, доставай, наливай. Как и нафиг шампура, прямо в угли бросай. Сырое мясо не беда, так его ты голодай. Обратно надо нам в Москву, ведь кончается май. Эх, только в пробку бы не попасть, я прошу, трижды сплюнь. Чтобы не ехать нам в Москву весь июнь, весь июнь. Вот у нас в России мужчины знают, как не попасть в пробку. Нужно просто откупорить другую пробку. Но не все мужчины такие. Есть даже те, которые ходят сами на рынок. И один из таких – Илья Лагутенко. Группа «Метроль». Встречайте! С гранатами в корзинах, с деньгами в руке. Здесь что-то все кричат на незнакомом языке. Возможно, я по-русски один здесь говорю, поэтому я лучше всех на рынке продаю. Подходим, 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 я даже вам еще почищу. Наша родная, привет, Камаска, за килограмм 2000. Спасибо! Но есть те, кто предпочитает материальным ценностям семейные. Например, Сергей Мазаев повел своего сына на костюмированный утренник.
барабас опрокинул бас, Винни-Пух на окне висел. Богатырь и енот уронили торт, мушкетер его с полу ел. Бэтмен и Супермен, улучив момент, подметали чебурашкой пол. Гена-крокодил очень громко ныл, когда сам себя укусил. Первый раз, первый класс, школа маскарад устроила для вас. Первый А, первый Б, как найти-то своего в этой гурьбе? За последнее время в Сочи все стало красочно, особенно цены. И об этом вам расскажет Лёва Би-2. Большие горы, да, шикарная еда. Одна беда, бабла здесь нужно море. Да, подъем не в гору, сто лет тыщу. Подъем не в гору, никто Я бы хотел, чтобы сегодня представили, как великие артисты прошлого знакомятся с современной популярной музыкой. Клавдия Шульженко. Зрители в зале слушали старый мотив. Ах, как мы звучали, но замолчали, сцену другим уступив. Как их понять, что будут в мире менять? Впеть с ним легче, как чумаче, чем новые буквы вставлять. Впеть с ним легче, как чумаче, чем новые буквы вставлять. А на сцене появляется Людмила Зыкина. Пропутаны поют с любой сцены, поют уже долго, конца и края нет. Но что же вы право кричите и мы пропеть можем, про валенки в ответ, про валенки в ответ, про Юрий
Никулин. Порой эти песни теперь дополняют сюжет, который был у нас. Вот зайцы скосили траву на поляне, а там еще немного и Прованс. Муслим Магомаев. Старые песни всюду играют, аплодисменты в сердцах пробудив. Их мы как друга всюду встречаем. Песня как птица летит из груди. Не славы, я и сегодня слышу, друзья, и современная наша эстрада, пусть сумасшедшая, все же мое, все же мое. Спасибо большое. Так мало осталось времени, чтобы обсудить нашу современную эстраду, но я уверен, что Людмиле Гурченко хватит и 5 минут. Если вы нахмурясь смотрите на сцену, если ностальгия захватила враз, то ловите срочно наш привет бесценный. Если нечего послушать, вспомните про нас. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Просто спел я с тобой, просто песню одну. Сразу новой волной всю накрыла страну. Петь с тобой мечта, еще в детском саду. Вот момент и настал, а то жду все и жду. Снова я глаза закрываю, снова я восторг вызываю. Снова жизнь моя до краев полна. Теперь в стране все не спится, даже ночью с нами поет она. В вечном споре с судьбой я любовь отыскал, и не просто любовь, а успенскую вау. Я тебя отпущу, но не в этом году. Остаешься, прощу, а уходишь, найду. Снова я глаза закрываю, с кем спою я завтра не знаю. Но сегодня ты мой, а ты моя. Будем самым звездным дуэтом, пополам деля все при этом. Гонорар делить буду все же я. Дуэт полюбят в народе, верим, что не будет пороки. И еще дуэтом споем мы вам.
верьте, люди, снова споем мы вам. Наконец, встречайте, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Под ваши аплодисменты, друзья, еще! Будет мне важно, что мы с тобой, а жаль. И не случайно, хоть и печально, снова придет февраль. Длинную ночь до рассвета мне не сомкнуть глаз. Ветер осенний не потревожит нас. Знаешь, наверное, это неверно, что мы с тобой пошли. Но мне прощает, не пускает ветреная печаль. Солнечный день не растает, белой реки лед. Это не с нами, не произойдет. Пока февраль, как господин, снимает белое пальто, что ты одна и я один, узнали мы только что. Разноцветные огни, голоски наших праздников. Я нанизываю тени свои на ниточку судьбы. Как прекрасны эти дни, как прекрасны те мгновения. Возьми себе ожерелье светлых дней. Возьми себе ожерелье светлых дней. Мало-помалу меркнет небесный свет, мало-помалу праздник пойдет на спад. Я постала встретить с тобой рассвет. Может, успею встретить с тобой закат. Меня постоянно спрашивают, как я умудряюсь поддерживать себя в такой физической форме. В этом мне помогают мои пародии. Ну, сами посудите. Одна песня Олега Газманова может раскачать не только зал, но и прокачать тело. Поехали! Да! Я сегодня выгляжу, как вчера. Не стареет у меня голова. Тело тоже не стареет мое, потому что тренирую его. Сальто, сальто, а затем тройной тулуп. Кувырок назад, потом крутим хула-хуп. Снова сальто, сальто и прыжок через козла. Хоть я и на пенсии, но не болит спина, да! Ну и, конечно же, главный помощник в поддержании физической формы – это Николай Басков. Думаю, все знают, что Николай похудел. Николай прекрасно выглядит. Он даже за кулисами как-то рассказывал, думаете, за сколько я похудел? Ему говорят, за сколько? За 700 тысяч. Манера пения Николая помогает быстро сбросить вес. Встречайте, народный артист России, Николай Басков! Ла-ла-ла-ла! Фестивальный! Я люблю вас! Спасибо! Вас, да!
выступаю я на сцене уже много лет. И у этих выступлений есть свой секрет. Чтобы быть всегда красивым, форму держать, нужно не стоять на месте, более почти нужно забирать. Я повторю за свой концерт примерно миллион шагов. И если вдруг остановлюсь, это только для цветов. Я прохожу, ну давайте мой оригинал. Любовь и море сказочных цветов. Мне нужен ваш счастливый взгляд. Нужно многое сказать. Ну, Николай, конечно, не переплюнуть. Как ты можешь при живом Баскове? И, во-первых, не за 700 тысяч. А за сколько? А намного дороже. Вообще, Андрюша замечательный пародист. Он очень волнуется, молодой. И, кстати, хочу сказать... Ты, кстати, расскажи. Я однажды попросил Николая подарить мне пиджак. Я говорю, Коль, мне нужен для Подождите, номера пиджак. А вы знаете, почем у меня пиджаки? Почти что, как я похудел. Я написал Коле, говорю, Коль, подари пиджак. Он говорит, ну, я посмотрю что-нибудь. Значит, проходит какое-то время... Николай мне пишет и присылает, точнее, пиджак. Там был, по-моему, пиджак, брюки. Рубашка. Рубашка. Две рубашки. Ну да. Пальто. Ну, в общем, меня Коля одел просто. Вот так. И отправил в далекое плавание на фестиваль юмора в Сочи. Андрей Баринов. Николай Басков. Коля меня сбил, я даже забыл уже, что я хотел сказать. Вообще, разные артисты – это тренировка абсолютно разных групп мышц. Вот, допустим, пародия на Илью Лагутенко – это вообще тренировка век. Причем на выносливость. Встречайте! Еще, еще! Еще, еще! В слезах лицо все не моргал уже неделю. Ничего не вижу, и глаза так покраснели. Где краю сцены, даже и не представляю. А куда смотреть мне, ничего не понимаю. Мерещится то ли большая, то ли малая медведица. Спасибо! Ой. После Ильи Лагутенко нужно обязательно пародировать Григория Лепса, чтобы глаза немного отдохнули. Триста тысяч движений рукою. Накачаю бицепс легко я. До сих пор не устал микрофоном кружить. Каждый раз, делая пируэты, неспроста вспоминаешь об этом. Главное на пол не уронить. Самый лучший трек выполнил вчера. Бросил микрофон вверх метра на два, но не смог поймать. Это был кошмар. Вышли гонора. Вы знаете, пародия – это огромное испытание для пародиста. И чтобы стать хорошим пародистом, есть два пути. Либо жениться на Алле Борисовне Пугачевой. Либо правильно расставлять свои пародии. У меня как-то в концерте сначала стоял Газманов, потом Леонтьев, а последним Сергей Жуков. То есть сначала бег, потом спортивная ходьба, а в конце прыжки. Я себя чувствовал, если честно, не пародистом, а многоборцем. В конце на Жукове я чуть не помер.
На месте прыгать я обожаю, на месте прыгать я очень люблю. При этом веселья я не сбавляю, однажды сцену с собой пробью. Да! Что спит на проспорт? Я придумать пытаюсь. Я видела как-то забег среди дня. Парижскому зморю трусцой бегал Август. Не Август то был, это бегал там я. На Рижском взморье и в порту находки сумеем шанс победный мне упустить. Там мы с тобою, как спортсмены в лодке. И нам еще грести, грести, грести. Много лет мой кабриолет возил меня. Чувствую пешком пройти метр, не в силах я. И себе сказала я нет, так жить нельзя. Спорт моим целителем и другом станет. Я пошла на теннисный корт, не впечатлил. Встала на коньки, скользкий лед был остудил. Окупаться в славе весь год хватает сил. И понять несложно вам, что меня манит. Манит, манит, манит лишь бассейн. Глаз своих не оторвете от меня вы. Я плыву на загляденье всем. И вокруг меня сверкают брызги славы. Манит, манит, манит лишь бассейн. В стиле кроли и баттерфляй мне не по силам. А вот вольный стиль мне по душе. Я ж посмать порой умею вольным стилем. Все руки наверх, друзья, не переживайте. Я всего лишь причина вашего прекрасного вечера. Тяжелой атлетикой я околдован. То в море несу на руках Волочкову. Я лишний вес из себя выжимаю. То рейтинг программы легко поднимаю. Последние годы я снова освоил я школу прыжковую, но снизил я планку при этом. Из оперы прыгнул к банкетам. Еще и фанатки преследуют. Заняться борьбой мне советуют. Наверно, хотят все фанатки, чтоб клал их в борьбе на лопатки. Я, конечно, все душу за спорт. Крепок и по виду, и на ощупь. Я установил на днях рекорд. 40 лет, как я пою про рощу. Жизнь моя тяжелый марафон. Сил не истощаю я гламуром. Я непобежденный чемпион. В дружбе с Балагуром и Накуром. Из полей в одной лишь поле я как болельщик стал специалистом. Я люблю футбольные поля и судью с его просил
просто. Друзья, вот теперь искренне спасибо. Вы все прекрасно знаете, что я не такая звезда, как Николай Басков, но это пока. Для тех, кто не знает, я молодой начинающий пародист, и сейчас я нахожусь на пике своей неизвестности. Вот-вот совсем скоро я надеюсь, что я все-таки провалюсь в известность. Поэтому прошу запомнить меня таким молодым, худым, красивым, и что самое главное пока, без единой пластической операции. Потому что вы же знаете, что в шоу-бизнесе бывают разные случаи. Есть артисты, которые с возрастом, ну, совершенно не меняются. А на концерты к ним как ходили школьницы, так и ходят. Причем к одним те же самые уже 40-летние школьницы, как Сергею Жукову. А к другим постоянно новые, как к Диме, Билану, встречайте! Да! Я знаю, что с природой спорить невозможно. И 35 изображать подростка сложно. Но продолжаю я скакать и днем, и ночью, друзья, еще. Хотя прыжки давно мне отдают подножку. И все вместе я прошу. Раз, два, три, да! Я выхожу сейчас, как 10 лет назад. Приходится колоть специальный препарат. А я хочу пивной живот. Я в жену хочу найти, как у нормальных мужиков, после 30. Хочу есть шашлык, кафешка, пригорожный. Да! И для три кошки кетчуп лить неосторожно. Хочу спать два раза в сутки, днем и ночью. И на застолье петь сердючку со всей ночи. Еще я прошу! Хочу ночевать в палатке с мужиками, друзья. И называть возню на даче отпусками. Хочу кредит на Жигули, восьмой модели. Я на нее наклейку хулиган наклею. Да-да-да-да-да-да! Спасибо огромное! Вы знаете, Дима Билан устал от своего образа, и он далеко не единственный. Когда я стал знакомиться с объектами своих пародий, я понял, что в жизни это совершенно другие люди, не такие, как на сцене. Вот когда я познакомился с Басковым, я понял, что он добрый, вежливый, отзывчивый, пока не заметит, что его снимают. Но есть те артисты, чей образ на сцене полностью совпадает с образом жизни. Я сейчас имею в виду не Борю Моисеева, а самую известную пару российского шоу-бизнеса Леонида Агутина и Анжелику Варум. И вы знаете, они даже семейный скандал умеют превращать в хиты под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Встречайте! Я выиграл вчера джекпот, сразу купил завод. Теперь доход в месяц по штук 500. Дядя оставил дом, дом стоит миллион. Сотни картин есть в нем. Где-то я буду всегда с тобой, буду твоей женой. Маму возьмем с собой, тетю возьмем с собой, кошку возьмем с собой, крысу возьмем с собой. Будем жить всей семьей, Леня. Нет, лучше давай развод. Видится лишь раз в год. Где-то с тобой под Вологдой втайне. Я буду тебе звонить, буду тебя любить. Только на расстоянии я. У нас в России очень много говорят о кризисе. И я представил, что было бы, если бы у Филиппа Киркорова не было бы работы. Вот представьте, Филипп Киркоров сидит один дома.
И у меня родилась такая пародия. У меня к вам огромная просьба. Вот если вы сейчас узнаете голос Филиппа Бедросовича по первым нотам, поаплодируйте мне, пожалуйста, как Киркорову. Хорошо? Встречайте. А я не знал. Спасибо, Стана. Я все сказал. Весь конец декабря я себя продавал. Сколько хочешь, берял. Только в этом году молчит телефон. Я как будто опять в 92-м. Что рубль упал так круто, и что рубль наша валюта. Я не знал. Давно так не спал. И свободные все числа. 31-го прием у дантиста. Хоть в Новый год открою рот. Я все сказал. Вот прям как Киркорову, да? А может быть еще чуть-чуть, прям как Киркорову. Вот! Вот теперь чувствуется. Я неспроста вас прошу, просто вот вы знаете, на самом деле Филипп Киркоров один из немногих артистов, кто умеет выжимать вообще все аплодисменты до последнего на своих концертах. Ну, деньги, конечно, тоже. Но я покажу вот сейчас, как он выжимает аплодисменты на концертах. Вы готовы? Я тоже готов. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Знай, что в конце пути ничего уже, я прошу, пожалуйста, давайте всем залом. Ничего уже не вернуть, да. Спасибо. Спасибо большое. Ну как намного Киркорова напрашивается Басков. С радой. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Астана. Я люблю вас. Спасибо. Спасибо большое. И меня вот часто спрашивают, кто обижается на меня на пародии. На самом деле, ни один артист никогда не обижался, но есть одна певица. Я вообще никогда ее не объявляю, я просто поворачиваюсь к вам уже в образе этой певицы. И вот у меня большая просьба. Если вы сейчас узнаете хотя бы по мимике эту певицу, поаплодируйте, хорошо? Мама, что мне делать, а я устала быть одна. И уже давно я не хочу быть влюблена. А пропадаю я. Без мужа пропадаю я. Здрасте. Мама, ради бога, позвони своим друзьям. Там же оставался еще кто-то из армян. Выбираю я. Десертом выбираю я. Поаплодирую. За кого угодно выйти я согласна я. Хоть кривой, хоть косой, это лучше, чем одной. Теперь ты знаю я. Ты сама ведь говорила мне, пора съезжать. Но правда, быть одной невыносимо в 25. Киркоров ночной.
Так, я представляю себе Светлану Лободу, но сейчас немножко так все уходит в интернет, появляется много YouTube-шоу, эти шоу популярны, набирают миллионы просмотров, и многие артисты стараются попасть в эти проекты, а их не зовут и не зовут. И тогда они совершают эпатажные поступки. Макс Барских под ваши аплодисменты. Позвали вновь меня, позвали вновь меня. Я долго думал, почему, почему же не зовут. Может, просто взрослый я, или не прикольный я, или что со мной не так, или что со мной не так. Ну а вдруг хотят набрать, кто-то хочет мне набрать, спросить, как мои дела, хотя нету их давно. Я бы сразу трубку взял, на программу прибежал. Вот понимаете, все раньше я Николая Баскова пародировал, Филиппа Киркорова. Сейчас надо на молодых смотреть, понимаете, чтобы, так скажем, быть в тренде. Встречайте, певец лета под ваши аплодисменты. Я просто трачу свой прайм. Тебя, 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 я просто трачу свой тайм. Тебя, тебя, тебя. Я просто трачу себя, слишком трачу себя. Хватит тратить себя, я трачу себя. Прямо страчу себя, вам не хватит меня. Что же делать тогда, когда потрачу себя? Я еще молодой, без татуха крутой. Но мне Басков сказал, старость не за горой. Ничто не буду менять, оставлю все для себя, всего себя для себя. Вот не знаю, как это пародировать, но тем не менее это модно. Поаплодируйте певцу Нилетто. Вообще сейчас много праздников стало, о которых вы даже не знаете. Вот есть день учителя, есть день коллектора. А есть день, оказывается, детского аниматора. И об этом вам сейчас расскажет певец Алексеев. Встречайте! На утренник пришел я в сад. Сын очень этому был рад. Сейчас начнется представление. Но я за сцен увидал, аниматор выпивал. Меня окутали сомненья. Мимо нас, мимо нас пьяное солнце. Оно идет, то плачет, то смеется. И что-то говорит.
Спасибо большое. Ой, хочется поговорить еще о праздниках. Российские семьи всегда славятся своим хлебосольством. Также в российских городах. Кажется, городок маленький, небольшой. А вот День города праздную, как будто закрытие Олимпиады. Замечали? И вот как раз об этом вам сейчас расскажет Валерий Меладзе! Асфальт весь дырами, фонтан давно разрушенный. Не слышал город наш три буквы ЖКХ. Больницы света нет, и парки все запущены. Приезжие зовут нас городом греха. День города. Будьте счастливы и здоровы, друзья! Спасибо! До новых встреч!